Слушай, детка, все равно тебе придется поговорить со мной. Нельзя просто взять и исчезнуть. С тех пор, как ты ушла, по ночам из леса приходит какая-то тварь. Без нее я схожу с ума. Хожу по городу и говорю всем, что лесной монстр хочет разнести наш дом. Может, она просто устала ждать? Скажи своей сестре, чтобы вернулась домой. Киса, 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 киса. Видел, что он сделал с моей дверью? Да ты, похоже, спятил. Я его видел. Нет на Земле места, где не найдется кто-то, кто бы видел нечто необъяснимое. Ты права насчет всего, кроме одного. Ты мне не надоела, Эбби. Эй! Я даже не уверен, что это не ты. Может, ты оборотень или типа того.